С главными событиями дня в студии Ирина Цепетова. Жители Нарьян-Мара хотят видеть в городе больше зеленых насаждений. Считают, что развитие социальной инфраструктуры должно проходить вкупе с транспортной, а иными словами желают, чтобы Нарьян-Мар стал благоустроенным, удобным и комфортным для проживания. Об этом речь шла на публичных слушаниях, посвященных обсуждению проекта планировки и проекта межевания столицы региона. Предмет публичного обсуждения – проект планировки и межевания Нарьян-Мара, подготовленный омской компанией «Артгеоника». Специалисты разработали план развития городской территории на 30 лет вперед на основании генерального градостроительного плана государственных и муниципальных программ, строительство жилья, объектов социального назначения, дорог и иных объектов. Проект учитывает все стройки Нарьян-Мара в перспективном будущем. Однако у участников публичных слушаний все же нашли замечания к проектировщикам. Это район Минского аграрно-коммерческого техникума. Значит, там тоже предполагается, я так понимаю, малоэтажная застройка, шел разговор, это земли бывшего сельхозстанции. И вот знаете, что приходит в голову? Вот у нас в городе катастрофически не хватает зеленых насаждений. Ну просто назовите мне, где есть парк сквер? Да нету ничего. Мы сейчас все под жилье, под офисы, вот всякие общественные объекты, и нигде негде погулять, просто вот выйти погулять с детьми. Давайте в этом месте сделаем скверик хотя бы небольшой. Просьба к разработчикам серьезно подумать. Заинтересовало участников публичных слушаний и наличие в проекте экзотических для Нарьян-Мара объектов. Будет построен еще один новый кинотеатр и аквапарк. Аквапарк был генеральный план. Сейчас мы занимаем публичный проект. Я услышала, что аквапарк переносится на другую территорию, но он актуален у нас. По предложениям участников публичных слушаний в проект планировки и межевания внесут определенные коррективы. У нас, значит, на территории города Искателей отсутствует штрафстоянка. Здесь она предусмотрена этими. Такого обращения не было. Но это норма федерального законодательства, то есть тоже будет. Давайте сейчас об этом учтем. Просьба, да, уточните. Все замечания и предложения участников публичных слушаний учтут. Напомню, что проект планировки и межевания Нарьян-Мара включает развитие его территории, строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение городских территорий. Расчетный период претворения проекта в жизнь – 30 лет. Документация по планировке территории Нарьян-Мара, разработанная омской компанией «Артгеоника», опубликована на официальном сайте Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого округа. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».